слышали выстрелы? Извините, это Керем Инджиоглу, я не ошибся. Вы не ошиблись? И уже за... Сожалею, но вынужден сообщить вам печальную новость. Поднимите его. Быстрее, быстрее. Мы осматриваем место преступления. Осторожно, кладите его на носилки. Аккуратнее, придерживайте голову. На него было совершено вооруженное нападение, но он жив. Тише, не трясите. Как только я что-нибудь найду, я вам сообщу. Что вы сказали? В чем дело? Керем, что случилось, мальчик мой? Сынок, скажи, Бурак попал в какую-то беду? Керем, ответь же! Керем! Нет. Анур. Что произошло? Что? Керем, говори! Керем, не молчи! Кто-то стрелял в него. Передай!